9 марта вышли мы грязнульки. Вот он, жирочек, моя девочка. Самая-самая девочка любимая. Да, жирненькая, самая большая. Самая скромница. Вот она, жирулька моя. А вот это гусынька 2-го года. Вот у нее есть гусак, и гусак ее все время защищает. Ходит и показывает, что это ее гусынька. Вот сейчас он ушел, он там вот и кричит. Вот он, вот он, гусак бегает за ней. Еще вот это. Вот они голодные, те, которые кушают. Кушают, кушают, травку никак не накушаются. А вон те, которые уже накушались и побежали купаться. Сейчас будет чистое-пречистое. Солнышко уже выглянуло. Вчера была плохая погода. Вот они, вот, 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 красавец, какой красавец. Вон он. Ой, как лебедь прям. Прям лебедь. Ой, красота невозможная. Вот они, 2 красавца. Вот они. Умывается, умывается. Вот если я не ошибаюсь, вот это тоже парочка. Гуси-гусынька. По-моему, они. Это тяжеловесы. 2 вот этих. А вот эти вот, не знаю, вот это мне жалко их убрать. И бегают они так вот. Яички несут малепусенькие. И мне их жалко. Вот этих вот. Вот эти вообще красавцы. Смотреть одно удовольствие на них. Опля. Да красивые. Помешала.